Друзья, всем привет! Дмитрий Виноградов, канал «Мужская тропа». Сегодня приехали вот на охоту, приехали с речушкой. Речушка вон у меня под одеялом лежит, чтоб не мерз. Приехали поохотиться, получается, мы на поле. Здесь на поле у нас большая лужа. И вот ходим поохотиться, да, на селезня. Приехали мы, конечно, сегодня поздновато. До последнего думал ехать, не ехать, потому что тут дождь, тут снег. Но в итоге все-таки вы знаете, да, эту охотничью душу. Загорелся и поехал. Но вот несмотря на то, что приехал поздно, пока вот занимался всем оборудованием, да, как бы, чтобы вот сегодня на нас не моросил дождик сверху, натянул здесь везде все полиэтиленом, сверху полиэтилен потолок сделал, в скратке. Утка летает. Так что, друзья, давайте оставайтесь с нами. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Дальше будет только интереснее. Погнали охотиться. Заметили. В общем, друзья, адреналин в крови уже появился. Только что маночком наманил, получается, пару. Села пара от меня возле чучал. Вот, но начал привставать, и утка меня заметила и встала на крыло, в общем, ушла. Хотя не понимаю, почему они меня так услышали или вот, наверное, увидели, хотя вставал аккуратно, ветер дует на меня. Да, как бы услышать она меня точно не могла. Тут все у меня тихо. Но, в общем, уже уток посмотрел, как говорится, да? Так что продолжаю охотиться дальше. Как сердце уже стучит. У речухи зубы стучат. Я не знаю, вроде бы не особо холодно. Речуха укрытый. Под ним коврик ковролиновый прорезиновый. Но все равно что-то он как-то подмерзает у меня. Так что охотимся дальше, ждем Игорька. Нас с полем. Так, один готов. Подсадная моя вообще молчит, сидит там. На траву забралась. Но ничего. Не буду пока речуху просить, чтобы он его мне подавал. Пускай его пригонит ветром, а там я его заберу. Вон утка летает. Пускай, может, сядет. Пускай сидит, крякает нам. Друзья, ну вот, прошло еще буквально полчасика. Опять ко мне на лужу села пара. И добыл с выстрела отличного селезня. Вот такой вот, ребята, жирный красавчик. Вот такой красавец. По путевке. У нас можно добывать 3 криковых селезня и 3 селезня других пород. Собаку не стал посылать на подачу битой птицы, потому что не хочется лишний раз его мочить. Лужа не особо, конечно, глубокая, но и дуительный ветер ее просто прибило к берегу, я как бы селезня и так забрал. В общем, охотимся, ребятки, дальше. Охотимся дальше, ждем следующих налетов. А нас уже можно поздравить с полем. Да, Пеструшка? Нас с полем. Ну что ты раскрылся-то? Что, согрелся, что ли? Ладно, оставайтесь с нами. Кстати, по вооружению, ребятки, у меня опять моя МР-155. Дульное сужение у меня стоит 0,5. Ну вот, селезни добыл, получается, стрелял тройкой СКМ контейнерной. Потому что я уже бил, как бы, да, пробовал пятеркой контейнерной азотовской, но что-то с воды плоховато пятерка берет, так что заряжаю пока сегодня тройку. Ладно, охотимся дальше. Друзья, я не знаю, видно вам или нет, вон ходит по воде красавчик кулик и самка ионная. Ой, их там даже 3 штуки. О, какие кулички гуляют. Но мы их не трогаем, ребята. Мы их не трогаем, мы на них будем охотиться по осени с легавой. Вон какие красавчики, вон они ходят, вон. Вон они гуляют, вон. 3 штуки вижу.
Три штуки. Четыре штуки вижу. Даже четыре штуки. Вон они ходят. Червячков ищут. Красавчики какие. Ай, красавчики. Ой, красота какая. Везде птички поют. Везде все чирикает. Не знаю, видно вам на камеру или нет. Вот они гуляют. Это один прям буквально от меня в 10 метрах ходит. Куличок. Ну ладно, мы сидим и ждем селезней. Он ходит, позирует. На меня ветер дует, разговариваю, вообще не обращает внимания, не слышит. О, идет ближе ко мне. Приближается. Вон дупель взлетел. Вон дупель поднялся. Кружит над лужей. Вот куличок, вот. Ой, красавчик ходит, как красавчик. Эй, красавчик! Красавчик! А, это дупеля. Это все дупеля. Два осталось. Хуп! Ай, побежал. О, взлетели. Ну, красавчики какие. Ну, ладно. Мы сидим, ждем селезней. Вон, вяхери летят надо мной. Пошли, красавцы. Блин, кстати, заметил, что на поле утка, очень много утки в поле. То ли одна питается сейчас днем, кушает, то ли уже гнезда хочет себе делать, не знаю. Но на поле утки много. После выстрела в некоторых местах прям были хорошие подъемы утиные. Есть селезнёк. Пойду-ка я его заберу. О, речуха на месте. Ой, прости, дружок, прости. Пеструш, сиди, птичка, да, птичка. Птичка, мой хороший, птичка. Ну, еще одна, да? Еще одна. Да не трясись, не трясись. Друзья, в общем, сидел уже долго. Я думаю, наверное, сидел часа два. Вообще ни одной утки не видел, пролетающей. Вот высовываюсь с кротка, вижу, на меня летит селезень. Подсадная молчит, забилась там в траву. Блин, сапоги короткие, не могу зайти ее, чтобы ее вытащить. Вот сейчас жду Игорька, у него сапоги болотники, чтобы он ее вытащил и пересадил. Но не суть, у меня жмонок с собой есть. Начинаю манить. Слышу, сел на воду. Начал выцеливать. Ну, вы уже, наверное, видели, если экшн-камера это все запечатлела. Начинаю выцеливать его на воде. Он сел как бы чуть за кочку. Вот, но в конце концов он, наверное, меня увидел. И поднялся на крыло. И я его в воздухе сразу добыл. Так что, ребята, у меня уже вот таких вот два красавца. Вот таких два красавца у нас с полем. Охота сегодня, конечно,
результативно, но что-то уже до такой степени я подзамерз, что аж подтрясывает меня. Речушка после выстрела встал, не укладывается, не поймет, почему я его никуда не пускаю. Ну ладно, не хочется его мочить. Пускай лежит, греется. В общем, ребятки, пока охотимся дальше. Сейчас уже подъедет Васильич, а там посмотрим. На вечерку я оставаться не буду сегодня, потому что мне сегодня еще в футбол ехать играть надо. Так что ладно, охотимся дальше. Вот он, селезень. Пошли, молодец, пошли. Да, улетел от нас. Пошли, все, бери, неси, пошли. Пошли, молодец. Вот, ребят, для чего собака нужна. Чтоб подранка, если подранок улетел, то потом его можно будет найти. Вот от нас подранок улетел, я по нему стрелял. Понимал, что попал, но он от нас ушел. А с коротка, наверное, 200 метров. Вот стричуха. Вот стричуха поработал. Молодец. Молодец, стричуш, молодец. Теперь тебя тоже с полем. Ну-ка, подай ко мне его. Подай. Подай. Давай, давай, подай мне сюда его. Я понимаю, у тебя пройти много сегодня. Подай, Ричард. Давай-ка подай. Ричард, команда была, подай. Подай, Рич. Дай. Дай. Вот третий наш крикаш за сегодня. Норму я взял. Ну, посижу с Васильичем, что за компанию. Все, молодец, нашел. Молодец, пошли. Айс, давай пять, иди ко мне. Давай, молодец, с полем нас нельзя. Все, пошли. Умничка мой, умничка. Да, умничка, умничка, да. Ой, энергии вагон, да, речух? Сидел, скажи, столько долго. Сидел столько долго. Сейчас пойдем с той подсадную нашу вынимать из травы и сажать ее посреди уже лужи. Отлично, речуш, отлично. Друзья, в общем, сидим мы с речухой, сидим в скоротке, дышим свежим воздухом. В общем, налетает на нас еще один селезень. И селезень сел прямо в конце лужи возле подсадной, где подсадная там забита в траву. Сейчас пойду ее доставать. В общем, сел и сидит. У меня была заряжена, получается, пятерка азотовская. В общем, я его выцеливаю, бью по нему. Ну, расстояние, в принципе, было нормально. Я думаю, ну, максимум 30 метров с копеечкой, там, 32-33. Бью по нему, и селезень, вижу, поднимается на крыло, но летит очень слабо, но пошел. И вот, ребят, для чего как раз был нужен речуха. Оставляем все здесь, идем с речухой в поле, и буквально, наверное, 250 метров от скоротка речуха находит мне селезня. Так что, ребята, на сегодняшний день я добыл свою норму по криковым. Наверное, охотиться уже больше и не буду, потому что, ну, мне и незачем. Сейчас приедет Игоречек, передам, как говорится, ему все права владения и буду собираться домой. Так что оставайтесь с нами, еще поздороваемся с Васильичем.
Ну, ребятки, она с полем. Отличная охота. Добыли 3 шикарных селезня. Сейчас я вам их покажу. Просто 3 шикарных селезня. Вот таких, ребята, 3 красавца. Сегодня поеду на футбол. И 2 ребят вот еще угощу по селезню. Я уже, ребят, нет-нет, угощал. Все кушали и все только хвалили. Так что там у нас уже своя очередь. Так что, ребятки, можно прожать лайкосик, можно написать какой-нибудь комментарий, обязательно отвечу. Подписывайтесь, если не подписывались, да, еще на наш канал. Ну и оставайтесь с нами еще, привет, Василич. Что скажет эксперт охотничий? Послушаем его. Так, ну слава богу, достал подсадную с этих кустов. Вытащил, сейчас пересажу ее пока. Получается, посажу ее вот сюда. Прямо перед скородочком. Поначалу тоже думал так сделать. А она вон туда вон в траву забралась. А здесь, блин, глубоко. Нет-нет. В этой луже. Горечек уже звонил, сейчас подъедет. А тут уже все готово будет. Так, Маня, давай-ка будешь теперь плавать здесь. Да, вот здесь будешь плавать. Подожди, дорогая. Все. Теперь никуда не уйдешь. Давай сиди и крякай. Давай работай. Ну вот, вытащил утку, посадил посередине лужи. И все равно не крякает. Сидит, плещется и все. Парни, приехал Василич. Говорит, что ты здесь понатянул, блин, целлофан, всю дичь распугаешь. Я говорю, вообще летят, ничего страшного. Василич, ну давай свое про это профессорское слово. Нормально я отохотился сегодня? С полями, нет? С полем. И посижу чуть с Игорьком, хочу посмотреть, чтобы Игоречек открыл. Сейчас помогу ему натянуть сетку сверху на скрадочек. Так что оставайтесь с нами. Нужно, чтобы еще Василич сегодня... Я возьму! Чтобы Василич сегодня подоткрылся. Да, Василич? А то. Ну все, погнали. Хотя утка уже отделяется от селезней, она уже получается в поля вот садится, чтобы гнездиться. Игорек, они сели где-то вот там дальше. Вон селезня, выцеливай селезня. Вон селезень сидит. Вон он, выцеливай, бей. Вон он, видишь? Вон, видишь, селезень. Видишь его? Вот смотри, напротив меня вторая лужа, видишь? Прям за кочкой. Давай, выцеливай. Хорош. Ай, братулечек, с полем! Пятачок! Я ждал, пока ты откроешься, чтобы... Стой, Ричи, подожди. Давай, Ричи. Ричи, ко мне, вперед! Ричи, там, вперед, ищи! Там, вперед! Давай, вперед! Ищи! Поищи, где птичка? Подай, Ричуша, ее, подай! Давай, неси сюда! Ай, молодец! Неси, подай сюда! Давай! Пошли! Ай, молодец, мой хороший. Давай, неси. Игоречек открылся. Ну-ка, возьми его посильнее. Там что он там еще брякается? Ну-ка. Пошли. Молодец. Иди Васильевичу поздравляй. Пойдем Васильевичу поздравлять. Пошли. Братулечек. Ну иди, Ричушка тебе несет. Рич, неси сюда, давай. Давай-ка на место иди. Давай сразу на место заходи. Ой, Рич.
Ксюха. Ричи, вперед. Подай. Молодец. Подай. Давай сюда. Ричи. Подай. Как тебя учили? На жопу сядь. Дай. Дай. Бартулетик, с полем тебя! Да, вот я. Твой красавчик! Ребятки, Васильевича, с полем! Я ждал, когда он открыл. Ну-ка, нельзя. Хорош будет. Да, хорош, Васильевич открылся. А я, получается, сижу, слышим, селезень упал. Рич, ну-ка, на место пошел. На место. Иди в скрадок на место. Ричи, место. Вперед, место. Давай. В принципе, охота была. Бартулетик, давай! Красавчик вообще. А сколько было-то, блин? Ну, ну вот приехал 10 минут. Ну да. И опять селезень насел. В два манка. Манька опять молчит. Вообще ничего от него толку никакого нет. В два манка дуем. Слышим, упали. Ага. Ну вообще охотка класс. Давай, братан, еще разок. Давай. Охота, блин. Ребятки, мне можно собираться. Душа спокойная, горечек открылся. Ну пойдем, скажем, чайку попьем. Горячуха молодец. Принес селезня, принес. Друзья, ну, в общем, по своим причинам, да, житейским, мне нужно уезжать. Оставляю своего брата по оружию вот в этом замечательном месте, в этом скрадочке, на этой луже. Уже вот буквально сидели сейчас, пролетало большой клин гуся. Но на гуся у нас уже охота закрыта, так что, как бы, да. Но все равно, для красоты глаза очень классно. Ну и покажем. Я сегодня взял, получается, 3 селезня. И вот Игоречек взял тоже через дня. Да, братишок, нас с полем. Ребятки, нас с полем. Я еду домой. Так что давайте, пишите комментарии. На все комментарии мы стараемся отвечать. Давайте, до новых встреч.